Уровень безработицы в Кунгуре составляет 3,5%. Как сообщил начальник Центра занятости Сергей Пчелинцев, ежедневно на портал «Работа в России» поступает несколько десятков заявлений от жителей города и района. На сегодняшний день на учете состоят 2953 человека. До начала эпидемии было около 650. Есть в Центре занятости вакансии. На сегодняшний день их более 1000. На новую работу в июле были устроены чуть более 100 безработных. 10 человек отправлены на переобучение.